Всем привет, друзья, на канале Мусалим. Работаем с Кашкаем. Обрабатываем арки, жидкие подкрылки делаем. Ну, вот так вот мы уже все обработали на чистый металл. До 3 миллиметров получается толщина. Поглощаем шум от дороги, биение воды, песка, камней по подкрылку. Ну и, конечно же, работает как антикор. Не скапливается никакой влаги, грязи под материалом. Соответственно, он не отваливается. Никаких дополнительных и лишних неприятных запахов в автомобиле не появляется. Перед установкой штатных подкрылок обязательно вот таким вот материалом 6 мм мы проклеиваем полностью всю площадку. Подарок. Время высыхания данного материала полное где-то 24 часа. Ну а через 3 часа можно спокойно автомобиль эксплуатировать. Все, мы приступаем к сборке. Всем пока-пока.